В этом году в Госдуме Федерального собрания Российской Федерации состоятся Дни Чуваши. У нашей республики появилась прекрасная возможность показать депутатам весь потенциал – экономический, научный, культурный. Будущую программу обсуждали на заседании рабочей группы по подготовке и проведению дней под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина. Дни Чувашской республики в Госдуме запланированы на май. Готовится большая делегация, куда войдут руководители предприятий, представители малого бизнеса, деятели искусств. На заседании обсудили формат выставочной программы, как будут представлены народные традиции. Возможно, депутаты попробуют и блюда чувашской традиционной кухни. В деловую часть визита войдут и встречи с руководителями комитетов Госдумы. Совместно с отраслевыми министерствами отработаны, в первоначальном виде основные вопросы, которые планируются рассмотреть на комитетах. Это комитет по аграрным вопросам, по промышленной политике, по экономическому развитию, природопользованию и земельным отношениям.